Все должно быть так, и значит будет так.
поставим на ваш суд, можно так сказать, авторскую программу, ну, в основном. И, конечно же, мы исполним несколько произведений из ТВ-проекта «Голос». И еще вас всех и нас тоже ждет сюрприз, и даже не один, а два. Но это чуть позже. Сейчас мы сыграем авторскую композицию, которая называется «Заходи». Это такое, ну, мое приглашение, что ли, в гости. Как будто я хозяйка, а вы ко мне в гости пришли. Но мне кажется, вот это даже похоже. Thank you.
Спасибо. Еще раз добрый вечер и добро пожаловать в добрые гости. А теперь мы начнем с такого загадочного вступления. Я вам сразу понимаю, о чем. И могу сказать, действительно, следующая песня достаточно загадочна. Ну, то есть она как бы так символична. Символизм ее в том, что я пытаюсь рассказать свою историю через краски. И палитра этой картины, написанной в красках, очень холодная. Ну, вы можете мне подсказать, какие цвета относятся к холодным. Так что вы как бы поняли друг друга. Голубой, да. У нас подсвечивают? Голубой сделайте. Еще. Серый. Yeah.
Спасибо большое. Сейчас мы сыграем не авторскую композицию. Ну, точнее, она авторская, но не моя. Авторство принадлежит Herbie Hancock. И называется композиция «Бабочки». Thank you.
Точнее, таких историй у меня много. Мне частенько пишут, например, ВКонтакте или где-то, что, например, вот пишет молодая девушка: «Вы знаете, вот, Талина, под ваши песни очень хорошо засыпает мой малыш. Почему бы вам не записать колыбельные?» Вот к тому, что часто меня почему-то вот как-то сравнивают с... Ну, не то, что сравнивают, а голос мой сравнивают с чем-то таким успокаивающим. Так вот, почему я это говорю? Потому что сейчас, вот Аня Ризман в это не верит, но будет достаточно быстрая песня. И может быть местами даже какая-то веселая. Вот, ну, в общем, быстрая песня. Подождите, сейчас я хочу рассказать еще что, про что эта песня. Можно? Да, она неспроста как бы быстрая, там она достаточно замысловатая. Вот, и замысловатость ее в том, что вот я как бы сейчас стою на сцене, и это моя реальность. Я как бы воспринимаю все вот так, как будто это настоящая реальность. А кто знает, может быть, это мой сон, или может быть, это ваш сон. А бывает так, что ты видишь сон и думаешь, ну реальность, реально не бывает. И песня именно о том, что где на самом деле это грань. Может быть, действительно мы все спим, а реальность будет в жизни. В общем, так.
Александр Попей, Кирилл Афанин, Евгений Лебедев. Спасибо большое. Ну что, блестяще. Ой, настал тот самый момент нашего первого сюрприза. И сюрприз этот называется сюрприз Анна Ризман и Андерс Ти. Давайте встретим Анну Ризман и Андерса Ти. А знаете, что я хочу сказать на самом деле? Что проект «Голос», вот помимо там всего остального, помимо того, что родители мной жутко гордились, и помимо того, что там, конечно, работ стало больше, на самом деле самое крутое — это то, что я встретила этого человека. Аню Попона! Это замечательный друг и прекрасная певица, и сейчас они для вас и для меня лично споют чудо-песню. Добрый вечер. Вы знаете, я хочу признаться в любви Нани Ева. Нани, я тебя люблю. Потому что Нани — это целая планета. То, что она делает своим голосом, то, какой она человек, какая она девушка. Это что-то вообще космическое. Ну, в общем-то, мы так попоем. Shine bright like a diamond.
выиграет Андерс Т. Загадочный Андерс Т. Аня Ризма. Да, спасибо. Сейчас в каком-то смысле продолжим, тему проекта «Голос». И сыграем одну песню, которая звучала в моем исполнении по телевизору. А вот Александр Паки сейчас доставит свое чудо акустическую гитару. И я просто расстанусь. Уверена, что вы тоже. Готовьте платочки. Thank you.
Спасибо. Сейчас мы продолжим загружать ваши мысли автостольной композицией. И я не преувеличу, потому что это самая, наверное, образная песня. И раз уж мы с вами начали, почти в начале, рисовать картины, можно немножко продолжить. Картина такая. Я в ночи смотрю на Луну, а точнее на полумесяц. И я смотрю на нее, вот, и думаю, и как бы разговариваю с ней с месяцем. И думаю я следующее, что вот Луна бывает в своем, как бы, точнее, в двух состояниях. В полном и, скажем так, не полном, ну, половину. Месяц и полумесяц. Точнее, Луна и полумесяц. И я смотрю, мне так грустно, и я понимаю, что я тоже вот какая-то неполноценная, неполная, какая-то половинчатая. В том смысле, что мне кого-то жутко не хватает. И не хватает мне себе половинки. И я продолжаю с ней разговор с Луной и задаю ей такой, ну, почти риторический вопрос. Стоит ли искать свою вторую половинку, объединяться и быть чем-то целым? Либо стоит ждать, расти ее духовно, всячески иначе, чтобы стать самим полноценным, и тебе, по сути, никто не нужен. И вот это такая история. Неизвестно, каков ответ, но стоит подумать.
Дальше совсем серьезно будет все. Дальше. Мы сыграем, споем действительно серьезную песню о том, что ну, никуда от этого не деться, и наши близкие могут уйти из жизни. И то, что с нами происходит, это то, что внутри нас, они все равно остаются жить. Продолжают жить и остаются внутри, глубоко, и от этого тепло. И так будет. Где-то внутри.
Если не я, и кто я?
Спасибо. А теперь я хочу пригласить на сцену мою вторую звезду, гвоздя вечера. Это тоже участник проекта «Голос» первого созыва, Сослан Колумбеков. И он поможет мне, к сожалению, он не будет петь или будет? Сос. Нет, он не будет петь, хотя он чудесный певец. Я думаю, вы все знаете. Но история такая, что... Да, история такая, что... На «Голосе» я пела такую песню, называется она «Ау», которую написал, конечно же, всеми любимый Александр Розенбаум. Любимый? И вот нам нужно было записать демо, и я позвала Сослана, он мне вот помог, а помог еще, как помог, что эта запись теперь, я знаю, ее часто выкладывают, делают перепосты, это очень приятно. Так вот, Сослан Колумбеков сегодня мне будет подыгрывать песни «Ау». Thank you.
Thank you.
Ну что ж, как будто у нас есть запасная песня. Ну ладно. У нас есть запасная песня, конечно. Называется она «Солнце». Но это не то, чтобы вот я говорю кому-то, ну, смотри, мое солнце. Нет. Это настоящее солнце, наше светило. Да, это такая... Подожди, Петя, подожди. Сейчас я все скажу. Красиво хотел сделать, да, я не поняла задумку. Ладно, сейчас я закончу, потому что... Я же знаю, ты громко сейчас начнешь. Ну, короче, идея такая, что, во-первых, у нас есть такая арка в программе, если вы не заметили. Прошу отметить, у нас есть про Луну и про Солнце. Класс? Ну, в общем, планетарий такой, да. А вообще, идея такова, что я вот, как бы, ему говорю, я уже разговаривала с Луной, вы поняли, вообще с Солнцем разговаривала. Солнцу говорю, спасибо тебе, дорогое мое Солнце, что ты вот светишь, и все классно. Я думаю, что это как нельзя кстати вот про наши сегодняшние дни. Такая чудесная погода. Друзья, спасибо, что вы пришли. Не пошли в парк Горького, а пришли сюда, еще денег заплатили. Спасибо большое! Вспышка твоя будет ярко.
сразу, поэтому это не совсем бис. Но вот такая вот оставшаяся песня с голоса. На самом деле, крутая песня, потому что я пошла с ней. Love you to Трио и квартет, струнный, да, трио и струнный квартет, это что-то.